Всем привет, дамы и господа, с вами Навифил. Продолжаем прохождение нашей неоновой бездны. Погнали, ребята. Найдем жетон жестокости Ареса. И все-таки доберемся, попытаемся добраться до него. Хотя бы попытаемся. Потому что я несколько заходов делал, я никак не могу. Не выпадает мне жетон этот. Один отбили. Печально. Хорошо, что хоть монеты падают. В принципе, если попадется магазин на новую пушку, мы с вами накопим. Вниз. Давай, падай. И не могу я пройти. Серьезно? Идем половинки, это хорошо. Опа! 10 монет. Заманчивое предложение. Так, масочка. Потратив определенное количество кристаллов. О! Ну давайте рискнем. Нам дали сердечко. Нам дали сердце, которое мы слопали и каким-то чудом остались живы. У нас не отнялось оно, не прибавилось. Это просто что-то, нечто. Так, опа, отлично. Ай-яй-яй. Так, раз, два, три. Вот как это надо было делать сразу. А не ерундой заниматься, как я. Так. Ну,
Так, опасная мина. Эта мина настолько опасная, что я знаю, чем она опасная. Вот это вот реально опасная вещь. Вот эта вещь очень опасная. Так. Так. Можем пойти, на самом деле, туда. И ключ вот один забрать. И... вот сюда вот можно бахнуть, чтобы ключик еще один забрать. Отлично. Так. Ну, в принципе, все. Можно идти к... дает 4 контейнер сердца. Эти пути она все пролила. Опа. Вот это комнатушечка. Так. Заглянем сюда попозже. Монет, 15 монет. Все, я понял. Сейчас пока хочу найти все-таки лучше магазин сначала. Вот, пожалуйста. Шикардос. Сердечко, монетка, монетка, сердечко. Так, здесь смотрим, сюда нам не надо. Туда мы не пойдем. Вот тут сейчас вообще было обидно. Я же и в спину, себя же, меня же. Просто обидно. Очень обидно. Так. Куда улетают? Так. Здесь у нас, если мы только... Шикарненько. Так. Там опять. Ах! Пытайся меня укусить. Бежим, 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 бежим. Пока свои же ракеты.
шарахнули по мне. Сюда идем. Здесь нам дают шоколадную монету. Теперь нам монетки будут упадать, как пет у нас уровень будет тапать. Вот сейчас будет жестко. Сейчас будет очень жестко. Сердечки хотя бы будут для нас теперь. Так, где мы не были? Мы не чекали. Вот сюда. Ничего. Ну да ладно, продолжим. Так, комнатушка. Держите. Что это у нас такое? Черничный пирог. И шанс выпадения щитов. Это уже хорошо. Про ту комнату я помню. Конечно, сейчас может быть и фиаско будет у нас с той комнатой. Но мы постараемся. Ну давайте посмотрим. Давайте еще возьмем монеты. У нас где-то еще были монеты. Вот здесь. Мы не можем взять монету. Вон тут у нас монета. Мы забыли ее. Так. И у нас тут еще есть. О, кстати. Монет всего лишь. И больше мы с вами попасть никуда не можем. Значит, пойдемте босса пинать.
скорость стрельбы теперь у нас маленькая, но урон оружия у нас большой. Ну, что-то вообще прям как-то... Глаз урона. Недремлющее око. Включаю ваши сокровенные страхи и мечты. О-о-о-о! Вот это хорошо. Карта, это шикарно. Ну и отлично. Давай, что нам сегодня выпадет? Ключ. Ключ это тоже приятненько. Так. Без получить урон. Они сами-то вот верят в это во все. Чтобы я урон не получил. Да я от своих ракет его быстрее получу. Вот как сейчас. Да. Опс. Уже готово. Урон получим. Есть пробитие. Что еще можно сказать? Так. Так, здесь у нас бабах. О, пошла жара. Это очень сложно. На самом деле, такими ракетами управлять, это просто сложно. Я понимаю по одной из компаний. Слушались, они не слушаются управления. Сами вот по себе летают. Так. Сердечко. Отлично. Пока сам себе урон не нанесешь, так и буду прыгать. Так, ну давайте сюда. Вот уже шикарненько. Так. Куда мы к боссу пойдем? Давайте чекнем верхнюю комнату. Она потому что одна. И пойдем потом в магазин. Угу. Ну и в принципе тут, наверное, больше ничего и нету. Все, валим отсюда. Очень медленный. Наверное, даже попал. Ай. Вот так вот. Куда ты пошла? О, я выстрелил, она фью, вниз.
Так, ключ. Давай. Ключ берем. Все, отлично. Валим. Давай, друг, жетон подними. Маска. Пуля. Пуля, идеальный наемник. Бурильная боеголовка. И нам не дали ничего. Я понял. Саван. Контейнер кристалл за убийство врагов. Возьмем щит. И пойдем наверх. Все, они пропали. Хорошо. Так. Угу. Вот ключи выпадали наконец-то. А раз повыпадали ключи, можно попробовать прятать что-нибудь. Так. Теперь, куда мы пойдем? Теперь мы идем сюда. Были. Да, уж ляпошно. Да что ж ты? Ты смотри, а. Вот спецом не попадает. Так, Фредди, давай, Фредди. Контейнер кристалл. И зачем я пошел? Я же мог собрать сердца. Все, я понял. Понял свою ошибку. Медаль летчика. Увеличивает урон вашего оружия, когда вы в воздухе. Это, конечно, вещь хорошая. Вот зачем? Просто вот, ну как? Ё-моё. Так, сердечко на память, сердечко. Отлично. Собираем все это барахлишко. Так, здесь у нас активируем. Заходим. Забираем. Как их много. Заходим. Забираем. Ау. Щит. Еще один. Я думаю, что она моргает? У меня медалька это снизу. Там же урон. Когда ты в воздухе. Как я
куда? Не получил урона. Жесть. Просто вот жесть. Зачем мне сюда наверх? Мне уже не надо. Так, чекаем, идем вниз. Все, погнали наших городских. Так, отлично. Контейнер. Монеты. Так. Ау. И причем в наглую у меня летели стервицы. Вылупления все не удаются. Обидно. Оп. И оп. Так, шутка. Что ж ты? Как так-то? И эти ведь тоже у меня. Летуны космические здоровьются, воруют. Ну что сейчас? Захотел. Оп, подай. И все, и съел. Тем больше урон, тем больше у вас питомцев. О-о-о, это вообще теперь будет. Это оружие шикарно. Так, там подсобрали, там подсобрали, там везде побывали. Все, дорогие мои друзья, идем к нашему боссу. Так, дверку не ломается. Чарли, бог таблеток. Что ж ты? Кисай давай. Контейнер сердца и устанавливать часть сердец. Сложно. Просто что-то вообще прям долго, очень долго. Так, здесь у нас палочка-выручалочка. При получении урона вы получаете кристалл. Шикарно. Идем далее.
пока все идет вообще шляпошно. Просто шляпошно. Заходим, продолжаем. Синий кирпичик. Сердечко, сердечко, сердечко. Так, здесь мы перемещаемся. Чекаем, что это такое? Мутированный апельсин. И нету жетона. Где жетон? Нету жетона. Почему? Так, у меня другой вопрос. А что за магазин? Он там сверху находится, в который мы попасть не можем. Так. Как он вообще там находится? Интересно. Не получив урона. Ай. Вот и все. Два раза получили урон, можно забыть. Так что сделаем. Обидно. Просто обидно, что у нас еще и хп нету. Ёлы-палы. Блин! Ну это вообще прям с ракетницей это тяжело, очень тяжело. Она вещь прикольная, конечно, гранаты можно практически забыть, ну кроме, естественно, если скрыты какие-то помещения есть или еще что-то. А так очень тяжело, либо прям очень надо на нее скорострельность хорошую подбирать, чтобы предметы выпадали, и самое главное, чтобы у тебя был предмет, который... ты с помощью которого ты не получаешь урона даже от своих взрывов, тогда это будет топчик вообще, можно прям ходить и разносить. Но, дорогие мои дорогие друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, с вами был Надифл, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока, мои дорогие друзья.